Артисты с размахом отпраздновали 7-летие Насти. Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе отметили день рождения дочери Насти. Девочке исполнилось 7 лет. По этому случаю звездные родители устроили пышный праздник, на который позвали друзей ребенка, близких и аниматоров. Последние в течение всего торжества развлекали и детей, и взрослых. Декорации на празднике были сделаны в виде тортов, пончиков и леденцов. Именинница пришла в восторг от украшений и неустанно фотографировалась с родителями. Вчера был просто потрясающий день. Полный любви, восторга и сладостей. Однозначно в копилку лучших дней в жизни. Нас окружали только самые близкие, и такой океан тепла вчера был, что с ума сойти. Всю дорогу домой, дома потом и сегодня целый день мы только и обсуждаем праздник. Еле уснули вчера, поделилась в Инстаграме довольная мама. Обычно скрытный Харламов также трогательно написал о дне рождения дочери в Инстаграме. Ну вот нам и 7. О том, как быстро на самом деле летит наше время, можно судить по нашим детям. Настюхе 7 лет. И мне придется все-таки исполнить желание дочери, завести ТикТок. Советую цифру 7, задувай свечи и 7 вместе. 1, 2, 3.